сорт острого перца ПДН Фуджалокия. Этот сорт относится к виду Capsicum chinensis. Это пересечение между Pimenta Danaige сортом и Фуджалокия. Это растение созревает от светло-зеленого цвета, потом становится вот таким вот темным, потом оранжевым, сверху начинается оранжевый, потом переходит в красный цвет, а потом на нем появляются пятна, темные пятна. Вот такой вот красавец. Ствол у него темный, как у Pimenta Danaige. Листва, когда на солнце, тоже темная. Ну, сейчас уже конец сентября, света меньше, и, соответственно, листва стала зеленой. Вкус этих перчиков цитрусово-пряный. Такие вот небольшие перцы. Хотя перцы могут в хороших условиях доходить до 8 сантиметров в длину. Ну, так как у меня, он среди томатов, тут практически солнце не попадает ему. Плоды не крупные. Чем больше солнца, соответственно, тем крупнее будут и красивее плоды. Острота такого перчика от 900 тысяч до 1 миллиона 100. Это очень-очень острый перец. При большом количестве солнечных лучей листва у этого сорта становится темно-фиолетовая. Ствол у него тоже, видите, он фиолетовый. Я его подвязал, потому что ветром его колышет. Так как уже сентябрь месяц, солнышко поменьше. Соответственно, листва стала зеленой. Высота растения может достигать от 90 сантиметров до 1,30 м. Довольно-таки приличная высота у него. Срок созревания 130 дней. Это растение многолетнее, очень красивое. Если будете высаживать его в квартире, в горшке, высота где-то будет в пределах 60 сантиметров. Оно очень красивое, очень нарядное и очень высокоурожайный сорт. Так что я советую всем выращивать такой сорт у себя дома.